Так же, как и на спасение граждан, сотрудники 6-го отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю на выборы отправились организованно. Правда, на неделю раньше, так как в единый день, 14 сентября, проголосовать не смогут, будут на дежурстве. Прийти на выборы и проголосовать – это долг все-таки, это возможность проявить свою гражданскую позицию, высказать свое мнение. Но 14 сентября весь личный состав Федеральной противопожарной службы Приморского края будет обеспечивать безопасность жителей Приморского края. В связи с чем сегодня мы вышли досрочно проголосовать, тем самым поддержать и выполнить свой долг. Досрочно голосуют все, кто в единый день выборов не смогут это сделать по какой-либо уважительной причине. Например, командировка, режим трудовой и учебной деятельности или же по состоянию здоровья. Прием ведут с 3 по 9 сентября в территориальных избирательных комиссиях и с 10 по 13 в участковых избирательных комиссиях. Порядок голосования практически тот же. Только бюллетень необходимо поместить не в урну, а в специальный конверт. Бюллетень складываете, выходите, вкладываете его в конверт в присутствии членов комиссии. Этот конверт запечатываете лично. Члены комиссии ставят две подписи. Этот конверт хранится у секретаря избирательной комиссии в сейфе. А непосредственно в день выборов, до начала голосования, эти конверты вскроют и бюллетени отправят в урны. Так что подсчитывать их будут вместе с остальными. Дарья Орлова, Максим Евсеев, «Панорама».